А, травы не хватает. Волокна. Ну что ж, это дело поправим. Сейчас мы сходим быстренько и добудем волокна. Десантируемся. Опа. Ой-ой-ой, неудачно десантнулся. Черт подери. А ну брызг меня, у меня бензопила есть. А-та-та сделаю, сейчас распилю напополам. Мне походу не действует. Ладно, бежим. Приветищи! Это Кардлайф. Да, мы вернулись. Каждое видео я говорю, что мы возвращаемся, но на самом деле мы продолжаем наше путешествие в картонном мире. У меня для тебя есть шикарнейший подарок. Ну, как подарок, сюрприз. Дело в том, что я все-таки раскочегарился, докопался до днища этой горы. Ну, почти докопался, ладно, там еще чутка осталось. Вот, и наткнулся на удивительный ресурс, который позволили мне сделать вот такую вот бензопилу. Ты посмотри, какая шикарная бензопила. Правда, звука дрин-динь-динь-динь-динь, вот такого звука, как у настоящей пилы, у нее нет. Еще плюс она багованная, смотри, я бегаю, а бензопила где-то там по ногам бьет, я не знаю. Она просто волочится по земле. Ужас какой, не продумали этот момент. Разработчики, может, кто думал, что не докопается до этих ресурсов и не сделают эту бензопилу. Да, сейчас, конечно, я докопаюсь, вот, в дереве застрял, о божечки. Так, давайте продемонстрирую, как работает эта бензопила. Не понял. О, все, поехали. Закрутили шестеренки. Так, я не... О. Короче, ей нужно приловчиться. Она очень быстро рубит, и я просто не успеваю перемещать мышку. Сейчас попробую быстро. Вот так, да, поехали. Эх, пропустил. О, ну быстро. И это, я тебе хочу сказать, не последняя бензопила, которая здесь есть. Здесь есть еще и другая. Визуально она выглядит точно так же, но пилит она намного шустрее, чем эта. Вот так вот. Короче, надо приловчиться. Вот все. А также, помимо всего этого, я себе сделал, наконец-то, броню. Сейчас тебе покажу. О, а не сделал. Подожди, золотые поножи. А где? А, вот сделал. Кобальты наручи и кобальтовые поножи. Я их, правда, еще не одел, потому что хочу, чтобы вот эта броня, видишь, она прочность уже потеряла практически всю. Хочу, чтобы она сломалась, и вот тогда потом я одену кобальтовую. Вот. Что еще? Еще я сделал из крутой руды вот такую штуку. Это, короче, копалка. Ну как копалка? Добывание руды. Это вместо кирки. Во! Вот как правильно это будет. Работает. Я, правда, не вижу, как она работает. Давай мы сейчас вид переключим с тобой. Вот так. Как она? Ну, покопай. Смотри, как отбойный молоток. Она как будто в землю впивается. Это словно нос комара. Да. Не очень это выглядит, конечно. А еще что плохо, что от первого лица я не вижу, как это... А, вот, смотри, работает. Как автомат Калашникова. Тра-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та-та. И все, и пол куска земли нету. Этот отбойный молоток нужен для того, чтобы на глубине вот этой вот горы разламывать очень твердую породу камня. Там нереально такая жесткая порода, которую довольно-таки сложно обычной киркой раскопать. Вот поэтому нам и понадобится вот этот вот отбойный молоток. Так, давай я сейчас вот это все выкину. Вот то, что я тут накопал. Вот так. Че, вроде бы все я тебе показал, да? А, щипцы, да, я еще сделал кобальтовые щипцы вот такие вот. Пойдем попробуем травку пощипать. Это нужно, чтобы просто сразу же моментально срезать траву. Так вот, я вижу траву. Сейчас пойдем. Вот так вот берем. Хопа. Ну, почти моментально, да. А это? Прикольно работает, кстати. Я до этого момента этими ножницами еще ничего не резал. Прикольно. Очень быстро. Офигенно. Я, правда, думал, что они будут срезать мгновенно, но, в принципе, так оно и есть. Просто у нее такая анимация. По факту она срезает с одного раза. Вот, ну а теперь мы идем с тобой в нашу шахту. Я тебе покажу, что ты там накопал. Там просто капец. Так. Открываем вторую дверь. Я здесь немножечко навел красоту. И смотри, мы заходим, и сразу же, я сделал лесенку в самое недро ада, если это можно так назвать. Ну что, в принципе, я готов. Достаю свой мифический меч, и пошли. Так, а факел где? Там очень темно. Я, кстати, факелы там все так не могу никак расставить. А так, все, погнали. Здесь у нас, ну, здорово. По бокам будут иногда встречаться вот такие вот отверстия, из которых будут вылазить всякие гоблины, паучки. Ну давай, иди сюда. Кабан. О, второй гоблин. Короче, если их не убивать сразу же, моментально, то они все найдут меня внизу и дадут люлей. Очень жестких таких люлей, что я потом не захочу сюда возвращаться. Так.
гоблина раскромсали. Продолжаем наше уморительное путешествие в ад. Турун-турун-турун. На самом деле здесь не так уж. Мы спустились уже прилично глубоко. Вот. И ты слышишь, что кто-то к нам приближается. Ага, вижу. Все, рогатый. Синеглазка. Блин, как долго тебя валить? Слушай, что такое? Я раньше тебя, по-моему, быстрее валил. Ну ладно. Продолжаем наше путешествие. Ой-ой-ой, паучки где-то взялись. Фиг с ними. Спускаемся на нитро. Вот так вот. Все, мы спустились. Это практически самый низ, я тебе хочу сказать. Дождем, пока нас тут настигнет участь паучья. Сейчас они тут все сбегутся. Ну чё, ну кто не... О, небо вижу. Облака летят. Вон, видишь? Так, паучак, я тебя слышу, но не вижу. Где ты? Я знаю вас, вы любите из-под земли вылазить. Во-во-во, видел? Видел? Во-о! С потолка прибежал. Как же я ненавижу здесь, когда монстры из потолков бегут, из-под земли бегут, из как-то из-за стенок. Читеры. Долбаные читеры. Вот так вот у вас. Ну что ж, пойдем, я тебе покажу новую руду, которую я здесь откопал. Заберем вот эту штуку. Это нужная вещь. Так, это что у нас? Это золото? Вон, вон, смотри, руда. Вот такая вот зелененькая, светящаяся. Оу, оу, сколько света. Что такое? Оу! Нифига себе, у меня тут измерение открылось. Прикольненько. Спасибо за подсветочку. Это мне пригодится. Я слышу, что здесь ходит огромный робот. Это же страж! Вот так вот мы стража. Собрали с него винтики-болтики. Всякую рухлить. Что с него выпало? Ой, есть. А теперь бежим собирать вот эту вот руду. Опа. Что же это у нас такое? Вот эту руду я еще не собирал, потому что у меня не было отбойного молотка. Так, это... Что это? О, паук, паук, паук. Кстати, мы помираем с голоду. Ядренский молоток. Семерочка, давай, 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 отъедайся. Фух, чуть с голоду не померли. Как я так не проконтролировал этот момент? Офигеть. Я, кстати, приучил себя есть тухлое мясо, потому что, когда спускаешься глубоко под землю, здесь кроме тухлятины нечего съесть. Либо подниматься наверх, но подниматься наверх мне лень, поэтому лучше я съем тухлятину. Так, добываем нашу руду. Есть контакт. Что за руда-то это? Тяжелая земля? Ториевая руда! Ого! Нифига себе мощно. Так, еще собираем. Помимо этой руды, мы сейчас с тобой здесь еще соберем и другую. Здесь очень красочная, красивая руда. Самое главное нам с тобой здесь не потеряться, потому что это как нефиг сделать здесь. Поэтому... Так, роботы где-то ходят. Поэтому мы сейчас с тобой здесь поставим факелы. Сейчас мы их сделаем быстрому. По-быстрому. Вот этих нам должно хватить штуки два. Давай. Ставим вот сюда. И давай вот так вот лупанем. О, пойдет. Пойдет. Конечно же, мы можем с тобой прокопаться еще глубже. Достаем нашу старинную кирку. Вот эту вот. И бурим вниз. Да, конечно, по сравнению с отбойным молотком, это все дело очень долго происходит. Потому что здесь тяжелый камень. Как я тебе уже говорил, порода такая очень жесткая. И чувствую, что кто-то сзади хочет мне дать люлей. Ну да. Моя пятая точка не подводит меня никогда. Вот так вот. Чё, подкрасться вздумал, да? Стражник ты темных глубин. Вот так, минус. Минус, стражник. О, здорово. Шаманыч, иди сюда. Чё ты здесь забыл? Во-во-во-во-во-во. Подожди, подожди, не-не-не. Я там рубинчик не собрал. Изумрудик, точнее. Вот. Эти вещички мне нужны. В большом количестве. Я же хочу зачаровать... О, вон, синяя руда, смотри. Сейчас мы ее тоже добудем. Только вот рубинчики сейчас соберу. Есть. Вон там еще рубин есть. Блин, падать я сюда не хочу, конечно. Подниматься будет тяжело. Мы сделаем с тобой по-хитрому. Сейчас лесенку здесь соорудим. Вот так. Лесенку. Хлыбыш. Я же этот, как его? Цивилизованный шахтер. Люблю построить. Вот так вот. Ништяк, теперь у нас цивильный спуск есть и подъем. Если что, мы сможем отсюда удрать, унести ноги, как говорится. Попробуем добыть вот эту руду. Что это за руда? Опа. Это у нас
это у нас... Не успел прочитать. Ну-ка. Кобальтовая... А, кобальтовая руда. А что она так светится здесь, интересно, странно. Ну ладно, фиг с ней. Добудем для себя. Пусть будет. Я думал, это какая-то новая руда. Вот так вот. Я думаю, столько хватит. Так, а вот это смотри. О, какая странная тоже. Такая белая. А это что за руда? Титановая руда. А, ну вот, кстати, вот из титановой руды я как раз сделал себе титановую бензопилу и отбойный молоток. Вроде как. Сейчас, я тебе точно скажу. Да, титановый джекхаммер. Ладно, пошли. Поднимемся наверх и продолжим копать вглубь. Собственно, вот так вот я эту шахтерскую пещеру и копал. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять ты? Где ты? Задолбал. Читер. Стражник Читерюга. Блин, он меня сейчас укокошит, я по нему попасть просто не могу. Да чтоб тебя! Да ёкарный ты, насос! Чё, пролезть не можешь, да? А вот выкуси-накуси. Вот так вот тебя, теперь я тебя буду бить. А ты меня не сможешь. Получай по щам. Желтоглазая ты, Солнышко, спрячься! Ну, слава богу, все. Надо сделать нам с тобой лесенки. Штук так, давай, 6, наверное, замутим. Ты уже понимаешь, для чего нам эти лесенки? Чтобы углубиться, чтобы спуститься, чтоб нам не прыгать по камням. Ой, блин, я не могу этой киркой работать вообще. Давай, короче, достанем наш этот отбойный молоток. И пошла вода горячая, да. Вот это я понимаю. О, да. Оу, е. Конечно, анимацию отбойного молотка сделали тоже кривой. О, мы до чего-то докопались. Еще одна пещера. Здорово, есть кто? Ну, если нету, то я там поселюсь. Заходим. Здравствуйте. Вот, блин, лбом бьюсь. Надо прокопать. Опачки. Вот мы и спустились. О, блин, а это... Короче, зря я тут лесенки поставил, потому что мы здесь спустились. Одной лесенкой больше, подумаешь. Копаем еще глубже. На самом деле мы сейчас ведем с тобой раскопки не сколько, чтобы найти новую руду, а сколько найти элитного стража. Чтобы добить квесты в этой игре. Ну вот, мы прокопались еще немножечко поглубже. И здесь встретили новую пещеру. Зеленая руда. Так, я такой еще не видел, ну-ка пошли. Ё-моё, как здесь все красиво. О, паучок элитненький, иди сюда. Иди сюда. Я сейчас твоего тухленького мясца отведу, потому что я голодный. Ой-ой-ой-ой, я сейчас могу отбросить свои картонные ножки. Ё-моё, там еще, по-моему, кто-то бежит. Ой, паучок. Ой, паучок. Ой, сверху что-то начинается. Ой, хана мне сейчас будет сожрать-то. Нечего. Бежим быстрее, бежим, бежим, бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ух. Вот это нежданчик. Давай, картошечка моя, бежим. Надо быстро что-нибудь сожрать. 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 8-8-8. Фу. Есть. Ну, по идее, я сейчас не должен тут это на лесенке разложиться. Ох, ядрен картон. Ой, 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 как-то меня затормозило, заглючило. Жесть. Закрываем. Закрываем. Так, надеюсь, он сюда не пролетит. Не пролетит же. За двумя дверьми закроюсь. Ягодки. Ягодки, где же вы? Ягодки, надо срочняк собирать ягодки. Ой. Ой-ой-ой, сколько здесь нехороших гоблинов. Паучков. Ножницы быстрее. Сейчас точно. Откину свои картонные ножки. Паук, не агрись на меня. Где, где, где? Твою ж налево согрелся. Скотинка ты членистоногая. Да. Ну, благо, в принципе, я тут возле домика. А жить? Ой, давненько я не погибал. Тут же как все устроено. Когда ты много работаешь, то слишком быстро голодаешь. Оп. Я просто не замечаю этого вообще за работой. Поэтому все, можно, в принципе, вернуться на днище. Видал, да? Какие здесь? О, элитный стражник. Ё-моё, мы на него наткнулись. Че, сейчас квесты выполним? Давай сейчас немножечко подождем. Надеюсь, он не сагрится на меня. Во-во-во, прибежали. Прибежали с потолка. Так, где-то есть. Получай по шапке. Кто еще хочет наложить кирпичей в штаны? Только не я. Главное, чтоб не я наложил. Ну че, ты где там? О, куда он исчез? Эй! Так, ладно. Че, пойдем спускаться? Только я сейчас
достану свой джедайский меч, покоцанный. Вот. Потому что на этого элитного стража я хочу напасть с этим умопомрачительным мечом. Собираем вот эту штуку. Ну где же ты, элитка? Выходи сюда. Так, это простой. А где элитный, я не понял. Элиточка. Элиточка, ну выходи. О, вот он. Блин. Он, по-моему, где-то под землей, ниже. Нет смысла его тут лупить. Потому что он где-то внизу. Видишь, он появляется, исчезает. Ай-яй-яй. Ладно, добудем пока руду. Что это у нас за... Это, по-моему, титан. Это титановая руда. Упала. Что ж, соберем его полностью здесь. Он нам пригодится. Пойдем попробуем зелененькую добыть. Ой-ой-ой-ой. Ё-моё, как страшно. Чуваки, вас глючит так сильно, что мне страшно. А где мне тут лучше залезть-то наверх? Где моя лесенка? Чё, я свалился конкретно, да? О, плохо, плохо. Очень плохо. Надо подняться. Чем ближе я держусь к лестнице, тем больше шансов у меня выжить. Пойдем-ка к вон той вот зелененькой руде подойдем. Рубинчики заберем. Руду. А, кстати, я же ее добывал уже. Сейчас посмотрим, что это за руда. Ториевая руда, да. Мы же добывали ее. Че это меня так заглючило-то? Во-во-во-во-во! Здорово, чувак, я тебя ищу! Давненько ищу! Иди ко мне, пупчик, ну подойди. Черт подери. Придется. А где ты обитаешь? Расскажи мне. Вау! Вот твое убежище, да? Кто кому сейчас люлей накидает? Ну давай, 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 давай. Так, джедайский меч у меня сломался. Главное, чтобы с тылу никто не зашел. И главное, чтобы с него выпал... Ну! Есть, я вижу. Я вижу! Ништяк! Душа его! Сложные детали машины. Сейчас, погоди-ка, погоди-ка, где? Вот она. А, не, это душа зараженного паука. А где, где, где душа? Я же ее собрал. А, вот она, смотри. Смотри, вот она, душа робота-стража. 448 здоровья, 330 выносливости. Так, вместо чего ее поставить? Во, вместо дроида пустоты. Втыкаем. Наконец-то задание терминатора выполнено. Заберем, что нам там положено. Какая-то деталюшечка. Вот такая штука. Коллекш. Все! Ты прикинь, мы все квесты прошли. Вот это чума, вот это я понимаю. Наконец-то мы завершили квесты в этой игре. В принципе, все, как бы, считая игру, мы прошли. Осталось только докопаться до самого дна и посмотреть, что же там. Ну, а для этого нам понадобится очень много новой руды. Вот такой вот. Как ее здесь много, ты посмотри. Чёрт, я проголодался. Надо тухлячка поесть. Так, ты глянь, к нам тут дикарь прибежал. Сейчас мы его ушатаем. Хорошо, что он нас не видит. Иногда все-таки баги в этой игре преимущественно на твоей стороне. Но не всегда. Во, вон, смотри, красная такая лавовая руда. Это, короче, самая мощная, самая последняя руда, которую мне предстоит здесь добыть. Вот этим титановым отбойным молотком добыть я ее не могу. Для этого мне понадобится сделать вот из вот этой вот ториевой руды отбойный молоток. И только тогда я добуду эту руду. Так, пора нам валить отсюда. Куча пауков приползло. Да что ж такое-то? Давай, поднимайся, красавчик, картошечка. Фу, пора нам подниматься на поверхность. Да ну нафиг. От этажечки получил 308 хп. Фу. Дышим ровно. Бежим плавно. Чё-то я не понял, а чё это в моей крепости свет выключен? Я ж там вроде факелы оставлю. А, во! Начинает светиться. Отлично. Свету мне, свету! Плиз! Ништяк, всё светится. Так, сразу же бежим к нашей наковальне. И вот чё-то сейчас посмотрим, что же мы можем сделать из нашей новой руды. Торий. Бензопила история. А это что у нас? Метеорит. А, это красная лавовая руда. Это метеорит. Ничего ж себе. Метеоритовая руда. Офигеть. Вот, короче, смотри. Торий, который мы добыли, вот этот вот зелененький, из него мы можем сделать вот такие вот инструменты. Бензопилу и отбойный молоток. История. Ремесло. Сейчас мы его начертим по-своему. Вот такой здоровенный бур будет. О!
Боже мой, это похоже на какую-то каменистую кокулю. Я не знаю, ладно, давай такую сделаем, ну, чисто поржать. Ну, все равно она это... Плохо анимированный этот отбойный молоток, он нифига не работает нормально. В плане анимации, я не вижу, как он работает, а так... Он может быть сейчас очень здоровый, я буду наконец-то видеть. Хотя не одна фигня. Просто какую-то кокулину в руках держу. Кстати, зато красивая. Смотри, как она на свету переливается. RTX, лучи, все дела. Хотя у меня на самом деле нет RTX. Так, значит, пойдем копать метеоритную руду. Надеюсь, что... Так, сейчас мы соберем банду злых гоблинов. Отфигарим им по пенсию. И можно будет это... Спокойненько добывать руду. Вот. Согрелись на наши паучки, всякие там монстрюганчики, ящеры, роботы, стражники. Все, наконец-то, финиш. Ой, ятрёнский ты. Давай-ка я лучше наверх поднимусь, а. Чё-то чувствую, мне сейчас а-та-та, ой, какие больные сделают. О, сколько дикарей. Ой. Все, эй. Эй. Так, один готов. Два. Черт. Сколько ж их на меня сагрилось. Вы что, прикалываетесь, что ли? Я такую кучу никогда в жизни не разнесу. Фу. Мне кажется, что сверху еще. Ой-ё. Все, я лучше поднимусь. Потом еще второй заходик сделаем. ХПшечка у меня по чуть-чуть восстанавливается. Делаем второй заход. Надеюсь, их я и сейчас там всех от... О, спидран какой здесь. Так, гоблин, иди сюда. Так, где оставшиеся? Ползите сюда, по одному. Чертяки. О, вижу уже. Твою ж не... Бежим опять наверх. О, больно как, а. Да что ж такое-то? Еще нафиг. 5 заходов сделал, все равно этих масюгаев там фигово тучи. Блин, они мне даже броньку сломали. Че они там сломали? Ах, вы золотые наручи мне поломали. Ах, засранцы, а. Придется кобальтовую броньку одевать. Где она у меня? Так, значит, одеваем это все дело. А сейчас, пока я не перезайду, я вот это же дело не сниму. Ах, черт подери. Вот же долбаный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как так можно-то было? Ах, перезашел, называется. Просрал и разбитые рукавички, и кобальтовые. Как это вообще произошло? Где мои рукавицы теперь? В сундуках их нет. О, нифига себе. Смотри-ка. А доспехи и поножи починились. Они стали по 1200 прочности. А чё, так можно было, что ли? О-о-о. Прибыли. Мы в самом низу. Так, на нас куча гоблинов бежит. Ой, мамочки, как больно-то. Ай! Последний пендель прилетел. Что ж такое-то, как в этой шахте выживать? Глубоко, если я еще спущусь, то мне вообще таташки сделать. Он, гоблин, до сих пор бежит за мной. Че такой неугомонный, а? Короче, я уже какой второй час, наверное, пытаюсь пробиться на это днище. Но там такое одрище, потому что на меня агрятся вообще все существа, которые там обитают. Я такой кучи никогда не видел. У меня уже меч вон, он сломан. Был... Сколько он прочностью вообще? Смотри, прочность 870. Я обычно за 2-3 игры ломаю такой вот меч. А тут за 2 часа сломал. Ну что это такое вообще? Беспредел. Короче, мы сейчас с тобой отправляемся туда вот так. Сейчас я это все скидываю нафиг. Вот это все я вот тут оставляю. И мы с тобой голожопами направляемся прямо в пекло, в самый низ. Я тебе покажу, что там вообще находится. Что там за существа обитают. Не, ну существа-то и ты их видел. А вот что там внизу, чтоб ты понял, каково это так. Ну все. Вроде все. А, нет, подожди, вот это вот еще надо тоже достать. Это можно фиг с ним. Месько. О, вот так. Я абсолютно голожопый, чтоб тебя я сейчас накидаю вот этими своими картонными молотками. Вот так вот тебя, понял? Я абсолютно раздетый, голожопый. И мы отправляемся в самое жерло, в самое пекло этих глубин шахт. Ну что, понеслась? А, блин, может, подожди. Сейчас мы еще факел возьмем, чтоб ты узрел всю
адскую тему этих пещер. Так вот. Все, понеслись. И да, это финальная серия. Если выйдут интересные какие-то обновления, то я обязательно сниму эту игру. Но пока я здесь все сделал, я все прошел, квесты прошел. Итак, финишная прямая. Быстренько бежим сюда. Надо попытаться найти где-нибудь пещеры, которые нам... Опа, вниз сейчас быстренько спустимся здесь. Так, где еще вниз можно спрыгнуть? Вот вниз. И просто тупо бежим вниз, в самое днище. Смотри, сколько здесь монстрюганов. И чем ниже, тем темнее... Ой, нет, здесь опасно. И тем темнее. Вот сюда прыгаем. Здрасте, здрасте, как у вас тут дела? Я тут к вам как пассажир заскочил. Так, а где еще поглубже можно? Вы голодны. Вот еще и этого мне не хватало. Черт. А, вот тут вниз можно спуститься. Бежим ниже. Еще ниже. Оу, как мы удачненько упали. Здесь мы здесь... Да, упираемся. Идем ниже. Смотри, здесь какая туманка. Здесь нифига вообще не видно. Ужас какой. Ужас. Так, и весь прикол в том, что я отсюда уже не выберусь. Если я помру, то я помру. Ох ты какая. Смотри, розовая какая руда интересная. Интересно, очень интересно. Для чего она? Так, не кусай меня, паукан. Не кусай. Элитный страж охраняет что-то здесь. Ой, как мне больно. Ой, как моему пукану достается. Так, так, все. Смотри, больше карты нету. Мы на самом днище. Здесь ничего нету, кроме той цветной руды. Кстати, я ее первый раз заметил. Интересно, что это за руда? И что с ней здесь можно сделать? Я ничего не видел. Что? Нет, это не цветная руда. Я ничего в кузнице не видел, что можно сделать из цветной руды. Это вообще капец. Ну что, прыгнем сюда, посмотрим, куда нас унесет. Давай, хопа. И все, мы полетели за карту. А, подожди. Ну да. Оу, нас выкинуло на поверхность. Телепортнуло. Ну, короче, вот, собственно, ты и узнал, что же находится на самом низу. Мы узнали, что там находится какая-то цветная руда, до которой, ху-ху-ху, добраться с такими багами будет невозможно, потому что на тебя агрится вся пещера, которая есть внизу. А это около 1000 монстров. На тебя одного. Да, даже если бы я играл в кооперативы, я бы не оселил со своими товарищами такую кучу монстров. Вот. Физически до нее пока не добраться. Ну и, естественно, мы узнали, что конец у этой пещеры — это дырявое дно, куда мы провалились и, собственно, очутились вот здесь вот наверху. А вон там вот мой мостик. Кстати, на удивление, я даже жив. Хм, очень интересно. Я думал, что меня сожрут просто, пока я добегу до днища. В общем, я фартанул. Итак, это была финальная серия Картонного мира. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик. С тебя комментосик и обязательно подписаться на канал, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего крутого видоса. И да, если выйдет крутое обновление по Картонному миру, то я обязательно его сниму. Вот. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе удачки. Еще раз спасибо за просмотр. И чаво-какаво. Опа. Все, спать. Сейчас еще труханы поменяю и спать. Все.